Привет, рад всех приветствовать на нашем вебинаре. Сегодня проведем вебинар по компании Рубин. Что касается самых, которые есть, соответственно, сейчас у нас под DOS-атакой, очень мощный. Она, соответственно, стоит денег, ее, соответственно, долго никто не сможет держать. Плюс администраторы у нас опытные программисты, которые создали этот проект. То есть это не фрилансер там создал проект, а сами администраторы, у которых 7-летний опыт за плечами, они, соответственно, создали этот проект и вполне себе осознают, что этим точно вопросов никаких не будет. То есть я сразу же вам хочу сказать, что не без проблем все заработает и все будет нормально. Я думаю, этот вопрос мы с вами обсудили. Далее, следующий вопрос. Я хотел бы рассказать вообще историю компании, как зародилась идея ее создать. Да, матричный проект, компания, хотите, называйте, как вам удобно. Это уже вопрос, мне кажется, личных предпочтений. Компания создавалась, точнее, идея данной компании, она создавалась фактически годами. То есть администратор данного проекта, может быть, кто-то знает, это Руслан, он в группе администратора проекта Рубин в группе ВКонтакте, он создал этот проект, у него были до этого множество проектов, да, на которых тестировались различные маркетинги, тестировались разные виды рекламы, большая команда людей заходит постоянно, каждый старт, каждый проект, соответственно, заходит большая команда блогеров, сетевиков, привлекаются каждый раз новые люди. То есть смотрят, видят то, что проект честно выплачивает деньги, никаких проблем с этим не возникает, то есть все по маркетингу работает как часы. И зародилась такая идея создать долгосрочный проект, в котором можно будет зарабатывать хорошие деньги. То есть раньше многие, я думаю, знают, кто не знает, я расскажу, что в компаниях от Руслана, соответственно, были небольшие суммы входа, то есть минимальные суммы входа, там 100 рублей, 200 и так далее. Таким образом, в принципе, проверялись некоторые наработки, которые также применены в Рубине, да, то есть ребята набирались опыта, они тоже прибегали к услугам программистов. Сейчас они самостоятельно создают проекты, самостоятельно делают презентации качественные, которые вы можете видеть на сайте. И это, на самом деле, очень здорово, потому что мы, соответственно, одна команда, администратор также является членом команды, он заказывает рекламу, можете видеть ее на таких сайтах, как Surferner, Profit Center, на различных очень посещаемых сайтах по тематике заработка, покупаются баннеры за хорошие деньги, и, соответственно, реклама идет даже от администратора, то есть он также привлекает сетевиков, блогеров, со всеми общается, всем помогает, и я к чему веду, я уже, по-моему, очень сильно заговорился, да, я веду к тому, что данный проект рассчитан на долгосрок, то есть сейчас у нас по факту идет технический предстарт, где мы обтачиваем какие-то вещи, видите, справляемся с какими-то DOS-атаками и строим свою структуру, то есть мы можем получить хорошую структуру, хорошие чеки, выплаты уже на старте, те люди, которые только начинают приглашать, только начинают работать, смогут уже, соответственно, получить какие-то выплаты, понять, как работает маркетинг, и дальше уже превращаться в настоящих лидеров, которые будут развивать наш проект, и все вместе у нас все, я думаю, получится. Это к вопросу о долгосроке. Вопрос о маркетинге. Маркетинг очень выгодный, он 100% сеть, то есть основная его фишка в том, что здесь нет замораживающихся каких-то средств. Единственные средства, которые замораживаются и уходят на апгрейд площадок. То есть мы разберем сейчас подробно маркетинг. Я вам расскажу, где, соответственно, это происходит, в каких площадках это в основных маркетингах происходит. Там деньги замораживаются на, опять же, апдейт наших площадок. С этих площадок получают деньги наши кураторы, мы получаем от наших партнеров реферальные начисления. То есть в этот проект вместили все, что только можно было вместить для того, чтобы полноценно работать, долгосрочно работать и прибыльно работать, самое главное. То есть не получать какие-то копейки, а продвинуться прогрессивно на 5-е, 4-е, 6-е площадки и зарабатывать там на продвижении, соответственно, на том, что партнеры будут развиваться, как и мы, лидеры, да, и становиться такими же лидерами. И зарабатывать на этом уже достаточно приличные деньги, не то, что там какие-то там 200, 300 рублей, 400 рублей. То есть здесь вполне себе серьезный проект, где можно выйти на серьезные чеки. То есть вот такие планы были: создать долгосрок на людском маркетинге для людей, чтобы люди могли зарабатывать, потому что есть ряд компаний, которые предлагают
платить какие-то проценты, еще что-то. Здесь все 100% идут в сеть. И это одно из основных преимуществ нашей компании к маркетингу, который мы сейчас и перейдем. Все вопросы, которые у вас были до того, как вы пришли на вебинар, которые возникли по ходу этого вебинара, вы можете задать в конце, когда я уже расскажу о маркетинге, когда я расскажу о развитии компании и буду отвечать на ваши вопросы, несомненно, в чате пролистаю всю историю и постараюсь ответить. Только формулируйте их, пожалуйста, так, чтобы на них можно было как-то ответить, чтобы не надо было задавать дополнительных вопросов, то есть конструктив какой-то, чтобы имел место быть. И давайте приступим. Итак, как видите, сейчас у вас первый слайд. Это наша компания, логотип нашей компании, и мы сейчас начинаем презентацию. И презентацию мы начнем с, соответственно, основных преимуществ, о которых я сейчас побольше расскажу. Все цифры, я думаю, они на слух не так воспринимаются, плюс есть масса видео по маркетингу. Видите, сейчас именно на преимуществах компании. Во-первых, у нас существует две основных платформы. Итак, тут модераторы, посмотрите, пожалуйста, тут какие-то... Вот, все, я не буду отвлекаться. Итак, две основные матрицы. Это платформа Light и Pro. В каждой по 7 столов. То есть у нас есть первый стол удвоитель. Это трехтринарная матрица, да? Об этом мы тоже поговорим дальше. Там мы возвращаем деньги с первого человека, то есть 100% мы возвращаем в основном маркетинге с первого же реферала, который может стать как переливом, как может быть ваш лично приглашенный, может быть перелив от системы, может быть клон, о которых мы тоже поговорим. Давайте разбирать дальше. Еще существуют 4 бонусные матрицы. Матрицы являются у нас дополнительным маркетингом, то есть это не основной заработок по сути. То есть здесь есть очередь Light и очередь Pro, шахматы Light и шахматы Pro. Они активируются после того, как вы активируете основной маркетинг. То есть просто так в них зайти в проект нельзя. То есть если вы хотите участвовать в таком, как бы сказать, пассивном, да, режиме, например, в очереди, то вам нужно зайти и в маркетинг Light и Pro. Далее. Нет никакой комиссии в проекте, все 100% денег идут в сеть. Об этом я уже говорил, и на маркетинге мы с вами это рассмотрим. Я готов просчитать этот маркетинг с кем угодно, поскольку... А, во-первых, я, наверное, не представился, да? Я не сказал, потому что, наверное, многие меня просто знают, поэтому я не представился. Меня зовут Константин Попов, я уже давно работаю в интернете, более 5 лет, зарабатываю в матричных компаниях довольно-таки давно, тоже примерно такое же время. И поэтому про маркетинг я знаю очень много. И здесь в маркетинге реально все 100% в сеть. Они распределяются на выплаты вашим партнерам, на клонов и на выплаты лично вам. Далее. Переливы от вышестоящих кураторов и от системы. Это, как я уже сказал, выплаты, которые, соответственно, рефералы, которые идут... У нас же ограниченные места в матрицах. То есть первая матрица удвоитель, в ней 3 места находятся. И под эти 3 места уже дальше идут люди, которые уже не стали этими первыми 3, правильно? То есть далее, например, я пригласил 27 человек, да, пускай, не 27, а получается 27, 9, 3, это получается 39. 3 человека встали в основной маркетинг, далее под них встали еще 29 человек, и под них потом стали еще 27. И это все мои лично приглашенные, при этом у всех... Соответственно, кто в первой и второй линии, есть партнеры, и это называется перелив от системы. Далее, самая классная, самая вкусная штука, это у нас здесь реферальные бонусы 30% от заработка лично приглашенных партнеров. То есть мы, как лидеры, лидеры, которые станут лидерами, то есть которые сейчас новички и смотрят, присматриваются к компании, присматриваются к способам работы, привлечения, построения структуры, маркетингу, все мы будем со своих партнеров получать 30% от заработка. То есть наша работа как лидеров будет оплачиваться таким щедрым вознаграждением в виде 30% от продвижения. То есть на каждой площадке, когда будет партнер закрывать свою структуру, мы будем получать до 30, там 29,8, там такие небольшие отклонения есть, то есть не ровно 30, там от 29%, от 28% до 30%, там плюс-минус, потому что по маркетингу не выходит там ровно 30%. И, соответственно, мы получаем такие промежуточные выплаты, то есть продвигая своих партнеров, мы также зарабатываем. Не так, как в других компаниях, например, мы просто продвигаем партнеров, и партнеры зарабатывают, да, на этом. Мы, соответственно, имеем с этого тоже
процент, и процент очень хороший. Далее, автоматические переходы по столам внутри матрицы. Что касается автоматических переходов, то есть мы единоразово заходим, оплачиваем свои тарифные планы, основные, очереди, шахматы, лайт. Далее все начисления идут автоматически. Автоматически мы переходим по столам. То есть не нужно вручную что-то покупать. Я сейчас поясню, да, что значит. То есть мы оплатили тариф, под нас перешли на следующую площадку. Открыли следующую площадку и перешли опять же автоматически. Нам не нужно ничего прокупать, система нас будет двигать постоянно, за это вообще переживать не надо. Прошу прощения. Далее. Автоматическое создание клонов, которые, как и основной аккаунт, приносят доход и помогают двигаться партнерам. Эту фишку лучше разбирать уже на примере самого маркетинга, потому что клоны у нас создаются разное количество и в разных столах. Мы можем получить различное количество клонов. Чем дальше стол, тем больше клонов. Эти клоны являются обычными аккаунтами нашими, да. То есть они будут продвигать наших партнеров, которые, вот, например, выстроилась у нас веточка какая-то, да, и в ней внизу стоят люди, у которых нету партнеров. В нулевой, да, например, Light 0. Там нету партнеров. У нас образовываются в следующих столах клоны, и они переходят как раз-таки вот под этих партнеров. То есть у нас даже, в принципе, может быть такое, что последних быть не может, потому что часть денег из маркетинга последующих столов идет на продвижение наших партнеров, а мы с них потом также получаем бонусы. И также получаем выплаты с этих клонов. Клоны – это полноценный наш аккаунт. То есть если наш клон проходит на первый стол, закрывает его, получает сумму по маркетингу предусмотренную. Переходит на второй, получает следующую сумму, да, по маркетингу предусмотренную. И все, это как наш основной аккаунт. Далее, я думаю, по этому вопросу все понятно. Если непонятно, вопросы будут в конце, и я на них обязательно отвечу. Вот. Дальше. Столы можно активировать по возрастанию, не дожидаясь, пока закроется предыдущий стол. Последний стол исключение, его можно активировать сразу после покупки нулевого стола. Эта фишка будет доступна только после старта. Я же говорю, что у нас сейчас, по сути, технический старт. Мы просто выставляемся, дальше продвинемся и будем дальше очень хорошо зарабатывать, показывать свои чеки, показывать, что проект платит, показывать маркетинг. На примере уже своей структуры мы будем показывать, как все это работает. То есть это принесет, естественно, интерес к проекту, потому что мы уже полноценно запустимся, полноценно покажем, что у нас все платится и все работает. Может быть, у кого-то есть в этом сомнения, потому что у меня сомнений, например, нету, так как, ну, пятилетний опыт работы именно с Русланом, как лидер, да, как человек, который строит структуры, у меня не вызывает никаких сомнений, что у нас все будет хорошо. Вот этого вопроса. Насчет проплат. То есть после старта вы сможете заводить людей не только на первый стол, то есть нулевой стол, который за 500 рублей. А, например, вы нашли человека, он говорит, да я не хочу зарабатывать эти копейки, куда-то там двигаться, у меня есть там 10 тысяч рублей, давайте меня как продвинем куда-нибудь. И все, вы говорите, да, есть такая возможность, вы нулевой стол ему открываете, потом прокупаете первый стол, прокупаете второй стол, прокупаете третий стол, и, по-моему, на этом все. Да, на это затратится 9 тысяч рублей в маркетинге Light. На это нужно будет 9 тысяч рублей. То есть, если вы находите партнера, который готов зайти на эту сумму, потому что люди разные, люди, некоторые не хотят что-то ждать с моря погоды, хотят сразу начать зарабатывать хорошие деньги, и можно заводить. А что касается 6 стола, ну, там вообще пушка, но на самом деле для тех людей, которые, конечно, ну, такие прям матерые ребята, которые могут найти людей, которые готовы зайти на 40 тысяч рублей, у которых есть такие свободные деньги. Опять же, нужно понимать, что в любом случае нужно заходить на свободные деньги, не надо свою зарплату сюда вносить, а потом голодать, сидеть и ждать, пока вам матрицу закроют, и всем канифолить, так сказать, умственный орган. И, соответственно, те люди, которые могут себе это позволить, они могут зайти на 500 рублей в нулевой стол и могут зайти на 40 тысяч рублей, например, в лайте, на шестой стол. И там крутиться постоянно и зарабатывать за закрытие, за каждый цикл 74 тысячи рублей. С третьего человека там будет возврат. Можете посмотреть, сейчас все будет, все цифры будут. Мы о них тоже подробно остановимся. Далее, партнеры, это еще одна фишка, вот сейчас следующее преимущество. Партнеры не выпадают из команды, если у меня активирован стол, его партнер переходит к вышестоящему куратору с активированным столом, в том числе реферальные бонусы. Итак, что касается вот этого, то, что партнеры не выпадают из команды. То есть, например, у меня активированы все маркетинг-планы. Light Pro, Light,
немножко это, ошибся, Lite Pro, соответственно, за 500 и за 2000 рублей. У меня активированы эти маркетинг-планы, и, например, какой-то мой партнер зашел и активировал только Lite за 500. А его партнер, в свою очередь, активировал Pro за 2000 рублей. Как происходит в ряде других компаний, которые, ну, не создавали такой маркетинг и не продумывали, чтобы сделать его так, как для людей. Как это делается, я вам объясню, я это точно знаю из своего личного опыта. Делается это так. Создается отдельная админская ветка, в эту админскую ветку потом, соответственно, такие ребята, которые, вот, например, кто-то активировал Lite за 500, Pro не активировал, к нему стоит человек, активировал Lite и Pro. И человек с тарифом Pro улетает вот в эту самую админскую ветку, которую он продвигает. У нас совершенно не так, у нас делается все по-человечески в этом маркетинг-плане. То есть партнер переходит к вышестоящему куратору, и таким образом он остается в структуре, никуда не улетает. То есть, соответственно, он, скорее всего, попадет под активного человека, если у него, потому что, соответственно, тот, кто активирует все маркетинг-план, он собирается работать, скорее всего. Тот, кто заходит на 500 рублей, возможно, зашел там на пробу, да? Такие люди тоже есть. Не, ну некоторые просто ввиду своих финансовых возможностей заходят на 500, это ни капли не, соответственно, обсуждается. Есть всякие ситуации в жизни, и можно заходить только на минимальные тарифы. Самое главное – это мотивировать себя работать и зарабатывать. Но об этом, я думаю, мы будем говорить уже на других вебинарах, которые будут на эту тему. А сегодня мы обсуждаем маркетинг. Итак, далее. Давайте переходим к платформе Lite. Давайте я, наверное, знаете, как... Сейчас задам вам вопрос. Я на платформе Lite сейчас расскажу вам о, соответственно, всех преимуществах, как происходит движение, а на платформе Pro, основной маркетинг, да, там происходит все то же самое. То есть я вам там просто, может быть, пролесну, озвучу какие-то цифры основные, чтобы каждый маркетинг не повторять два раза. Я думаю, вам это не интересно, просто все цифры умножаются на 4. Давайте так сделаем. Если да, то плюсик, если нет, то минусик, если рассказывать вообще обо всем. Давайте плюсик, если, соответственно, расскажем только о Lite, минус, если будем рассказывать про все. Так, расскажем только про Lite, про Lite, про Lite, про Lite. Угу, угу. Ну, в целом я тенденцию понял. Будем рассказывать о платформе Lite, а в платформе Pro все то же самое, только на 4 умножаем. То есть там идут более крутые доходы, которые я вам сейчас озвучу, а работы там будет тот же самый. Итак, платформа Lite, вход в нее составляет 500 рублей, и вход от 500 рублей на платформу Lite 0, это у нас 4-местный стол-утроитель, то есть под вами 3 человека находятся, далее идут 6-7-местных бинарных столов, после старта также будет возможность прокупать клонов в личном кабинете и создавать треугольники и семиугольники, как они называются, или семиместки, то есть под себя ставить треугольник, либо семиугольник, ну как его назвать, я не знаю, семиместку, да, допустим, заполнить под себя. И, соответственно, чтобы быстрее продвигаться, чтобы меньше аккаунтов, то есть люди такими стратегиями работают, и мы будем так работать, золотым треугольником заходят, то есть так в 3 раза меньше людей нужно для заполнения структуры. Это все будет доступно после старта, так что ожидаем старт с нетерпением. Видите, у нас еще вот такие фишки даже не подключены, так что все еще впереди. Итак, далее, доход в 7-местных столах распределяется 10% отхода на вывод с первой линии, 90% от входа со второй линии. И как они распределяются, сейчас мы посмотрим, 10% плюс 90%, я думаю, объяснять вам не нужно, это 100%, то есть 100% денег идет в сеть. Далее. Итак, платформа Lite 0, тренар-удвоитель. 500 рублей с первого человека, вот оно еще одно преимущество нашего маркетинга в том, что первый человек встает, это может быть не только ваш лично приглашенный, это может быть, соответственно, перелив. Перелив от кого может быть? От куратора, от активного, как я вам объяснил в самом начале. То, что если я приглашу 36 человек, они встанут в таком порядке, 39. 3, 9, 27, то есть они не могут встать в один ряд все 30 человек. Они ниже идут и помогают закрываться нашим партнерам. 100% мы получаем возврат с первого реферала, то есть, в принципе, рисков никаких. Даже зайдя на Lite за 500, зайдя на Pro за 2000, одного реферала пригласили, и уже, соответственно, партнера, да, в команду, уже вы вернули свои деньги по основным маркетингам. Далее, при заполнении второго и третьего мест у нас получается 1000 рублей, которые идет на
переход в матрицу Light Stall, Light 1. Давайте к нему сейчас перейдем. Там начинается самое интересное, там начинаются хорошие выплаты. Мы уже, в принципе, окупились в столе номер 0. У нас даже, в принципе, без номера фактически, да, то есть просто удвоитель. Итак, и сейчас мы переходим в основные матрицы семиместки, где уже мы получаем деньги на вывод. Как все происходит? В первой линии под нас встает два человека, как помним мы, 10% идет нам на баланс для вывода. Это по 100 рублей, то есть вход в эту матрицу стоит 1000, и по 100 рублей мы получаем на свой баланс, можем их спокойно выводить, можем их спокойно на что-то тратить, и так каждый наш аккаунт, кстати. Что клоны, что, я как раз напоминаю, да, как происходит движение, то, что не только наш один аккаунт будет двигаться, а будут двигаться клоны, наши партнеры, то есть вы рассчитываете не только на то, что вы будете получать такие выплаты, а вы еще будете получать реферальные, соответственно, и ваши клоны будут также продвигаться. Итак, с первой линии мы получили по 100 рублей. Далее у нас заполняется вторая линия. То есть, смотрите, два человека в площадке 0 встали, то есть они закрылись там по 3 человека. Далее еще 4 человека закрылись там, они переходят сюда. И это у нас люди во второй линии в первом столе. С первого же мы получаем 600 рублей на вывод, и 300 рублей отправляется как раз реферальный. То есть, если это ваш реферал закрывает, ваш партнер, то вы получаете 300 рублей на баланс для вывода. 600 рублей, соответственно, он может вывести. Далее, 200 рублей идет на вывод со второго человека, и 700 рублей идет на накопительный баланс. Вот где единственное замораживаются деньги, потому что они необходимы для продвижения по столам. Опять же, они не уходят куда-то в карман администратору, или в карман вашему куратору, или куда-то испаряются в воздухе. Эти деньги идут на накопление, соответственно, для того, чтобы продвигаться по столам. Третий и четвертый человек встает, там по 900 рублей и 900 рублей, соответственно, 1800 плюс 700. Тот получает 2500, и с этих 2500 мы отправляемся куда? Конечно же, в стол Light 2. Такой же семиместный стол, который работает точно по такому же принципу. 250 рублей на вывод с первой линии, и дальше 2250 рублей с каждого человека во второй линии, распределяются они следующим образом. 500 рублей на вывод с первого человека, 400 рублей куратору идет реферально, и уже начинается вот эта фишка с клонами. То есть идет первый клон, 500 рублей, соответственно, в матрицу Light Stall, Light 0, который закрывает уже кого-то из ваших партнеров. Он становится в первую, соответственно, в первое свободное место в вашей именно структуре, слева направо. Таким образом, если у вас активная структура, многие лидеры закрывают там вторые, третьи, четвертые, пятые столы, с них идут, соответственно, клоны, и они заполняют матрицу Light 0, Light 1 и Light 2. Сейчас мы это все посмотрим. Дальше, при заполнении второго места 850 рублей на вывод, 400 рублей куратору, 500 рублей получается еще один клон в Light 0, и 500 рублей идет на накопительный баланс. Далее, два человека по 2250, опять формируется накопительный фонд, туда добавляется 500 рублей, которые уже были, и получается 5000 рублей для перехода в следующую площадку. Я, кстати, не сказал, что в первой матрице общая сумма, по-моему, выходит 1000 рублей. Не по-моему, это я точно знаю, я не помню, сказал я или нет, 1000 рублей. То есть, закрывая первые суммы, зарабатываем уже 300% от вложенных денег. Плюс возвратили деньги с первого партнера в тринарной матрице, да, в удвоителе. И дальше в матрице Light 0 мы получаем, соответственно, уже 200% чистой прибыли. Это, я думаю, уже хорошо. Но это, опять же, все для новичков, для того, чтобы посмотреть, как все это работает. Я думаю, всем, кто знает маркетинг, хочет работать, имеет мотивацию зарабатывать, он готов, я думаю, продвигаться дальше. Итак, 5000 рублей у нас идет на Light 3, а 2700 мы здесь получаем на вывод, то есть еще 540% от своей суммы вклада. Закрыли два шестиместных стола, плюс матрицу Light 0, получили уже 540 и 200%, то есть 740% чистой прибыли. Если выражаться математическим языком, может быть, это кому-то интересно. И давайте перейдем уже в более интересный стол, Light 3, уже стоит 5000 рублей. Сумма на вывод, который мы получаем, я думаю, я также озвучу вам просто сумму на вывод и про клонов еще поговорим. Сумма на вывод получится с этого стола. И еще один момент
хочется отметить, что все деньги мы получаем промежуточными выплатами. То есть нам не нужно ждать полного закрытия семиместного стола. Встал первый человек в первую линию, получили деньги. Встал, или деньги 10%. Человек первый во вторую линию, независимо туда, от того, куда он встал, мы получаем 2700 на вывод человека, 800 рублей куратору, один клон идет уже в лайт 1. Заметьте, не в лайт 0, а в лайт 1. То есть уже закрывать начинает первую семиместку. Далее, со второго человека мы получаем 1700 рублей на вывод, 800 рублей идет куратору, опять же, те самые 30% рефералки бомбовые, и 1000 рублей идет как два клона в матрицу Light 0. Все деньги, которые заходят в систему, они распределяются по вашей структуре. Идут клоны, идут реферальные, идут выплаты, накопительный баланс, переходим на прогрессивные матрицы. И следующая матрица – это 10 тысяч рублей. Это матрица, ну, матрица, стол, можете как хотите предъявлять, да, то есть тариф и столы, тариф там и матрица, да, то есть тарифный план light, матрица или стол, это уже, я думаю, опять вопрос предпочтений. Не буду на этом заострять внимание. Итак, уже на четвертом столе шестиместном мы получаем 1000 рублей на вывод с первого партнера. Таким образом, вложив 500 рублей, находясь на четвертом столе, мы уже получаем вот такие выплаты по 1000 рублей. И что касается клонов. А в целом, мы получаем с этой площадки 10 800 рублей на вывод. Вложив 500 рублей, дойдя до четвертой площадки, открыв ее полностью, мы получаем 10 000 рублей, 10 800 даже, на свой баланс, который можно спокойно вывести на пэйр. И 3200 рублей идет к вашему куратору или от вашего партнера вам. То есть 3200 человек закрыл четвертую площадку за 500 рублей, ваш партнер, которому вы помогли либо начать приглашать, либо просто продвинули своими партнерами и так далее, вы получаете за эту работу 3200 рублей, и плюс на прошлых площадках вы тоже зарабатывали реферальные, я о них тоже говорил. Итак, что касается клонов, здесь уже совсем круто на четвертой площадке, два клона идет в лайт 1, то есть вот этот человек, который в первой линии, он закроет свою матрицу, с него тоже пойдет два клона в лайт 1 и 4 клона в лайт 0. То есть мы заполняем свою структуру такими клонами. И 20 тысяч рублей у нас здесь накапливаются, вы можете прочитать как. То есть, опять же, вся система работает одинаково. Со второго человека во второй линии мы получили 3400 на вывод, 1600 рублей куратору на 4 клона, 2000 накопительный баланс, и потом 2 человека встают по 9 тысяч, 18 плюс 2, получается 20. И 20 уходит у нас на Light 5. Здесь уже, я напоминаю, что мы находимся в матрице Light за 500 рублей, в которую мы вложили 500 рублей. 21600 получаем на вывод, 400 куратору, 4 клона в Light 1, 8 клонов в Light 0. По тому же принципу, 10-90. Запомните этот простой принцип, то есть с каждого партнера 2000 в первую, 10% в первой линии, это, например, здесь конкретно 2000, и по 18 с каждого партнера нижестоящего, то есть первый человек вам в линию, и вы уже сразу получаете 10-800, не надо ждать никакого закрытия, ничего не нужно ждать, встает человек, получили деньги, вывели, хорошо, хорошо, я тоже так думаю. Дальше поехали, у нас следующая матрица за 40 тысяч рублей, в которую как раз-таки можно будет заводить людей, у которых есть деньги свободные, опять же, и можно здесь зарабатывать, на ней я остановлюсь поподробнее немножко. Сколько на ней можно заработать? Заработать можно 74 тысячи рублей. То есть, либо вы, если сюда дошли сами, продвигаясь, да, с помощью своих партнеров, с помощью своей команды, то здесь первого человека во второй линии, то есть первая линия, понятно, по 10% получили, по 4 тысячи, то есть итого 8. Далее получаем 20 тысяч рублей с первого человека во второй линии на вывод, потом 21 тысячу рублей на вывод, потом с третьего человека 25 тысяч рублей на вывод, то есть каждый человек будет приносить чуть больше 20 тысяч. И самое главное, самое основное, что здесь мы 40 тысяч получаем накопительный баланс, и эти 40 тысяч идут на куда? На реинвест в эту площадку. То есть мы здесь будем зарабатывать постоянно, то есть даже человека, которого вы завели, вы можете ему объяснить, что он не единократно получит там 74 тысячи рублей, за то, что он сюда зашел, и вы ему закрыли, например, площадку, или он тоже пригласил таких же своих там крутых ребят, для которых 40 тысяч не такая значительная сумма, и он будет получать 74 тысячи, регулярно закрывая вот эту площадку.
Что касается, как заводить, да, то есть можно объяснить людям, что после того, как, ну, это маленький такой лайфхак, да, не имеющий отношения к маркетингу, можно людям объяснять о том, что сейчас многие попадут на четвертые, пятые площадки, третьи, четвертые, и со временем, после того, как мы стартанем, начнется движ, потому что я сейчас считаю, да, то, что несмотря на то, что у нас там почти 4 лет, 2000 активаций, я считаю, что движ еще не начался, движ еще впереди, потому что есть масса предпосылок к этому, о которых мы тоже сегодня поговорим. И мы, соответственно, можем говорить о том, что скоро партнеры наши закроются на четвертой, на пятой площадке, и они могут попасть, соответственно, к вам в шестую площадку, если вы будете там в первую линию ставить людей в шестую площадку, и они, соответственно, будут закрываться и получать день. Кого-то можете звать на пассив, если у вас большая команда, кого-то на актив, это уже дело ваше личное. И еще одна большая фишка матрицы Light 6, стола Light 6, это два клона, в Light 2 идет. Заметьте, в Light 2 это вторая семиместка, то есть даже не нулевая, это, которая за 2500 рублей. То есть это 5000 рублей уходит на продвижение ваших партнеров в Light 2. Далее 6 клонов идет в Light 1. Они продвигают, соответственно, эти клоны, опять же, ваших партнеров, и потом сами двигаются по тому же направлению, о котором мы сейчас рассказывал я вам, да. И 12 клонов идет в Light 0, который закрывает ваших новичков, которые, соответственно, должны получить с первого человека 100% на выплату 500 рублей. И, соответственно, вы закроете, если считать утроителем, да, то, что там 3 человека, вы закроете ровно 4 человека и продвинете их на первую площадку и дадите им возможность вывести деньги. То есть таким образом все клоны – это помощь от вашего лидера, от, либо от вас самих, соответственно, это помощь для продвижения структуры. То есть это деньги, это реальные деньги, клоны – это не что-то такое виртуальное, визуальное, это реальные, плачен за реальные деньги, которые стоят денег, которые приносят, человеку в первую, в Light 0 встает и приносит ему 500 рублей, которые он реально может уже забрать и пользоваться ими, как, соответственно, захочет. То есть эти клоны, это не просто, не думайте, что это какие-то технические аккаунты, еще что-то. Нет, это вполне аккаунт, который стоит реальных денег, который приносит реальные деньги по маркетингу. В принципе, по Light 0 я вам сейчас все рассказал, это основной маркетинг. Давайте сейчас пробежимся быстренько, как мы с вами договорились, по маркетингу Pro. Это очень классные цифры в первую очередь, да, то есть понимаем, а цифры-то какие? Смотрите, входы на площадку 2000, 4, 10, 20, 40, 80 и 160 тысяч. И давайте сейчас перейдем к этим столам. Первый стол мы получаем 2000 на выплату, сразу же возвращаем свои деньги. Опять же, кто боится заходить на 2000, одного человека вы получаете либо переливом, либо пригласите сами. В таком маркетинге нужно работать, потому что это классно. Ну, я лично горю этим проектом, потому что, ну, я как бы и участвовал в консультационной работе, поэтому, да, маркетингу. Я тоже стремился всегда, что работать в такой компании, в таком матричном проекте, в котором можно работать долгосрочно, и в которой можно построить большую структуру, которая будет и зарабатывать, и, соответственно, помогать зарабатывать мне как лидеру, да, то есть я им помогаю, они мне помогают, и, соответственно, мы все зарабатываем. Также я помогаю обучение, которое я сейчас планирую, ну, я и в целом обучаю людей, да, своими консультациями, плюс, ну, какой-то курс планирую записать, и, соответственно, помогать своим партнерам. Я им уже об этом говорил, они уже об этом знают. Ну вот, и здесь мы получаем 4000 рублей, идем на следующий стол. Далее, про 4000 рублей стоит вход, с первой линии получаем по 400, в общем, и в целом, давайте вот в правый квадратик обращаться, который пунктиром сделан, да, мы получаем 4000 рублей на вывод, 1200 рублей идет куратору. Следующий слайд получаем на матрице Pro 2 за 10 уже тысяч рублей, 10800 на вывод, 3200 куратору и 2 клона в Pro 0. Далее 21600 в матрице Pro 3 за 20 тысяч рублей идет на вывод. Напоминаю, мы вложили 2000, 21600 уже идет на вывод. В 10 раз больше, еще те площадки, еще реферальные. Ну, в общем, сами считайте, очень-очень хорошие деньги. Ну вот, и 6400 рублей идет куратору. И еще один клон идет в матрицу Pro 1, и два клона идут в матрицу Pro 0.
Дальше давайте сейчас продвинемся. Итак, где у меня тут слайдики? Так, вот они слайдики. Сейчас, секундочку, чтобы не тыркать потом по 10 раз. Итак, далее, про 4, 40 тысяч рублей. То есть стоимость, мы просто, понимаете, вы просто заходите в проект и постоянно развиваетесь. То есть вы прогрессируете, вы не стоите на месте. Вы не закрываете одну какую-то площадку за 300 рублей и получаете там 500 рублей. Да? Вы прогрессируете, вы идете по площадкам. И, например, там со старта вы можете оказаться во второй площадке, в третьей, в четвертой площадке. И неужели вы, например, не захотите закрыть эту площадку и получить, например, в матрице Pro 4, да, 40 тысяч рублей, 43 200 рублей на вывод. То есть не закрывая ее, а получая с первого человека же 4 тысячи, со второго 4. И это ваши партнеры, которые закрываются клонами, они могут перейти, соответственно, закрыть вас, потом вы закроете их, и это все зацикливается. И по итогу очень хорошее движение наступит. Я думаю, даже на старте мы обратим внимание, что движение будет очень хорошее. А что будет после старта? Ну, я не знаю. Те, кто узнают о нашем маркетинге, и вообще этот вебинар, я надеюсь, посмотрят многие, я надеюсь, что вы оцените то, что, соответственно, было рождено, так сказать, для этой компании, для компании RubIn. Очень классный маркетинг. Никаких процентов, никаких скрытых комиссий, никаких переходов ваших партнеров кому-то куда-то там. Все по-честному и все прозрачно. Все цифры прозрачны, абсолютно просчитывайте, делайте свои выводы, и я готов со всеми подискутировать. Далее, матрица за 80 тысяч рублей, про 5, 80 тысяч рублей. И опять же, каждый ваш клон проделывает вот этот путь. 86 тысяч 400 рублей вы получаете по итогу с этой матрицы на вывод. 25 600 рублей. Это вообще, да, колоссально, как бы 25 600 идет куратору, то есть человеку, который, соответственно, либо помог продвинуть, либо просто пригласил в проект, рассказав об этой возможности. 25 600 этот человек получит за либо работу, либо за помощь своему партнеру. Это просто потрясающе. 4 клона пойдет в Pro 1 и 8 клонов пойдет в Pro 0 закрывать наших партнеров, которые только начинают свой путь по этим прогрессивным матрицам. Да. Я сейчас в чат заглянул, то, что с первого человека, да, выплата в первой линии, хоть она и 10%, но 10% она, например, на первом столе не очень, да, как бы с 1100. Это, ну, мягко скажем, не такие деньги, которые порадуют сильно. Да. А вот если, например, человек заходит в матрицу Pro 5 или там Pro 4 даже, и просто человек встает и получит 8000 рублей, вложив вообще в эту матрицу 2, я думаю, вот это уже сумма может, конечно, порадовать. А суммы, которые идут со второй линии, просто потрясающие, я думаю. И сейчас мы к самому основному, то, к чему нужно стремиться каждому партнеру нашей компании, это стол Pro 6. Стол Pro 6 – это самая выгодная и самая крутая штука, до которой можно добраться, ну и в которую, конечно, нужно зайти. Но я не думаю, что много людей существует, которые готовы, у которых есть свободные 160 тысяч рублей, хотя разные бывают люди. Итак, 296 тысяч рублей выплата со стола Pro 6, вход в который составляет 160 тысяч рублей. Если вы сюда попадете, я думаю, у вас просто мотивация будет не то, что за предел, вы будете не то, что у своего куратора спрашивать, как там приглашать и что делать, вы перероете весь интернет, изучите все возможности для привлечения в сетевом маркетинге, которые существуют вообще и существовали в истории, и холодные звонки, и горячие звонки, и, соответственно, соцсети, и заведете YouTube-канал для того, чтобы вот эту вот матрицу постараться своим партнерам помочь, и чтобы они вам ее закрыли. 296 тысяч рублей, начав всего-навсего с 2000 рублей. И опять же, куча клонов создается. Сейчас мы посмотрим, сколько это ваши такие же аккаунты, которые будут зарабатывать то же самое, о чем мы сейчас говорим. Так, уже 40 минут мы разговариваем. Нам нужно еще бонусные маркетинги рассмотреть. Итак, по закрытию Light и Pro мы получаем 116 тысяч рублей в матрице Light, вложив всего-навсего 500 рублей. Реф-бонусы куратору идут 33 300 рублей. Ваш партнер прошел все 6 столов, и вы получили с 500 рублей в матрице за 500 рублей 33 300. Это как бы вообще круто.
То есть, ну, реферальные 30%, ну, это бомба. Это бомба, это мотивация для всех, даже для тех, кто не учится. 28 клонов идут в Light, ну, 28 клонов, то есть 9 человек полноценно закроют, перейдут в Light 1 с ваших только клонов, когда вы пройдете с вашего аккаунта, да, или с аккаунта вашего куратора, там, или вашего партнера. Эти деньги пойдут, соответственно, на закрытие ваших же партнеров. То есть все будет в структуре. Слева направо будет заполняться клонами в свободные места. 13 клонов в Light 1 и 2 клона в Light 2. То есть это уже дорогие площадки. Вот, например, клон, 2 клона в Light 2 стоят 5000 рублей. И они продвинут, например, станут в первую линию там, или во вторую линию к вашему партнеру в Light 2. И он получит выплату. То есть это реальные деньги и реальный аккаунт, который приносит, соответственно, и вам прибыль, и прибыль вашим партнерам. И платформа Pro, ну, конечно, это самая бомба. Я... Надо было, наверное, вообще с 2000 рассказывать. Следующий вебинар начну с 2000, потому что, ну, цифры бомба. 464 тысячи рублей. И не надо бать, а вы постепенно, постепенно, тихо-тихо спускаетесь с горы, и потом, соответственно, получаете все начисления вплоть до 296 тысяч на Pro 6. Это круто. Это реально круто. И реферальные, ну просто 133 тысячи 200 рублей. И эти цифры на самом деле реальные. Да? То есть если компания действительно разрастется и будет офигенный движ, многие люди смогут ее закрыть. И чем раньше вы это поймете, чем раньше вы начнете действовать, тем быстрее вы сможете, соответственно, достигать вот этого результата и зарабатывать хорошие деньги. То есть здесь действительно маркетинг не просто для цифр сделан, для того, чтобы просто там показать, что вот у нас можно заработать 464 тысячи рублей. На, короче, тебе маркетинг, иди действуй. Нет, здесь действительно есть возможность заводить людей не на такие крупные суммы для современного мира, как, например, 500 рублей или на треугольник завести после старта человека в матрицу Light 1, например, будет стоить... Ну, там порядка, я не знаю, можно просчитать сейчас, там просто с первого человека идет выплата. В общем и целом, ну, там 1000-3-4, да, завести человека. Ну, в целом, смотря как оценивать эту инвестицию, если вы ее оцениваете как, а, да я попробую, короче, если у меня ничего не получится, да и, как бы, и что? Нужно же все-таки закидывать деньги и понимать, что, да, я здесь буду работать, да, здесь действительно интересный маркетинг. И, соответственно, можно заводить людей спокойно на такую сумму, это $50. То есть есть за рубежом, например, компании, такие же матричные, краудфандинговые, где люди, у людей минимальный вход $100, $200, это там 6 тысяч рублей, 12 тысяч рублей, и заходят и строят огромные команды, огромные структуры. А здесь у нас вход, ну, он в рублях кажется большим. Если перевести его в доллары, например, на все маркетинг-планы у нас стоит вход 4000 рублей. Сейчас я вам скажу, сколько это в долларах. Это у нас $55 примерно. $55. Я думаю, кто-то живет в других странах и конвертирует свои деньги в доллары и понимает, что такое $55. Ну, не особо большие деньги на самом деле. Смотря как, опять же, оценивать эту инвестицию. Если вы ее оцениваете как просто выкинуть на ветер и потом ничего не делать, что-то ждать от моря погоды, то как бы, ну так себе, да? А если вы понимаете всю суть маркетинга и суть всего движения, да, вот этого нашего по столам, то как бы $55 не те деньги, которые стоит бояться, да, вложить, чтобы, соответственно, обеспечить себе какой-то доход, прогрессировать и получать прогрессивные выплаты. Итак, далее. Следующий слайд у нас идет про что? Про бонусные матрицы очередь. А это уже интересная тема для пассивщиков. Но как мы сделали в этот раз, да, то есть, ну, не мы сделали, опять же, консультационный центр наш сработал, и мы решили, что, чтобы зайти в бонусные матрицы очередь, необходимо сначала активировать основные маркетинг-планы, чтобы не превращать проект вообще в очередь. То есть, почему так, да? То есть, мне сегодня задавал вопрос один из моих партнеров, говорит, а почему не сделать очереди доступные, хотя бы на 500? Я говорю, а тогда, друг мой, у нас проект станет очередью за 200 рублей. То есть, вот очередь, которая называется Light за 200 рублей, если ее сделать доступной, поверьте мне, большинство людей даже не обратят внимания на маркетинг и скажут, о, очередь, о, халява, о, я пошел, все. На этом все, в принципе, закончится. Поэтому входы в эти маркетинги, я объясняю, почему входы в эти маркетинги необходимы, чтобы сюда зайти, необходимо проплатить основной маркетинг Light и Pro.
Я думаю, мое объяснение понятно, потому что, ну, действительно, мы хотим превращаться в очередь? Нет, мы хотим превращаться в прогрессивную компанию, где мы будем зарабатывать хорошие деньги со временем. То есть наш доход будет увеличиваться. То есть не просто мы там заработали на старте 10 тысяч и все, и дальше мы можем зарабатывать там еще за месяц там 5 тысяч, еще за месяц 2 тысячи. Нет, мы не хотим превращаться в такую компанию, мы хотим превращаться в компанию, где доходы будут прогрессировать. То есть и маркетинг очередь – это бонусный маркетинг. Вот почему он называется бонусный как раз-таки. То есть он открывается после того, как мы открываем, я уже повторился, наверное, раз 5. Я думаю, это уже понятно. Итак, что из себя представляет очередь? Матрица заполняется по принципу живой очереди. Представляем себе, что у нас наверху стоит наш любимый администратор, который, соответственно, основатель проекта. Дальше у него становятся люди по времени регистрации. Сейчас на предстарте это происходит, да и потом будет, а потом будет происходить, скорее всего, по времени активации. То есть человек активировался, встал в свободное место, активировался, встал в свободное место. Я так думаю. Ну, может быть, администратор, он у нас в чате, он уточнит этот момент. Ну вот, то есть до старта мы сейчас все по времени регистрации расстанавливаемся в этой очереди. То есть кто зашел первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым, там бинар. Два человека стоят, под ними 4, потом 8, потом 16, потом 32, потом 64, потом 128, потом 256, 512, 1024, 2048 и так до бесконечности, пока у нас, соответственно, эта очередь не сведется к какому-то огромному количеству людей. Итак, далее. Выплата распределяется на 10 равных частей, то есть все люди, которые попадают именно в вашу структуру в очередь, если вы там 55-й, например, да, вы стоите там на какой-то четвертой линии всего проекта, вы, соответственно, получаете со следующих там 10 линий, те люди, которые попадают именно в вашу бинарную структуру, то есть 2 человека под вами, 4, 8, 16, в порядке очереди, то есть в порядке именно очереди. Вот меня не поправили, а подтвердили информацию, что по активации будет у нас расстановка в очереди после старта. Итак, и так, соответственно, заполняется 10 уровней, и с каждым мы получаем по 10%. Но какая фишка в очереди? В очереди у нас есть реферальные начисления, и они составляют 25%. То есть, если вы заводите пассивщика в очередь, вы с этого тоже зарабатываете деньги. Если вы сам пассивщик, вы зарабатываете с того, что весь проект рекламируется, все лидеры его рекламируют, сам проект рекламируется, вы там вносите тоже какую-то лепту, начинаете тоже приглашать, и проект заполняется, соответственно, очередь, и вы получаете деньги. Как пассивный участник для этого ничего не нужно делать, просто ждать. И чем больше людей, тем больше необходимо будет ждать. Итак. Даже если вы не активировали очередь, вы все равно будете получать реф-бонусы. То есть здесь мы, соответственно, рефералку не упускаем. Если вы активировали только основные маркетинги, например, Light и Pro за 500 и за 2000, в очередь не пошли, зачем она мне нужна, да? А ваши партнеры решили все-таки туда сходить и заработали, ой, и вы, соответственно, заработали 25%, получите ваши реферальные. Пожалуйста. То есть, опять же, деньги никуда не улетают. Вы понимаете, они остаются везде, в каждом маркетинге прозрачности. То есть, человек зашел, 50 рублей ушли не админу, не там кому-то еще, а именно вы пригласили человека, он активировал очередь, вы получили реферальный. Звук есть, да? Есть звук. Я стараюсь. Говорю громко, хорошо. Итак, далее. Следующий слайд, и мы уже смотрим, что мы здесь можем заработать. Да, в очереди Light мы можем заработать реферальные 50 рублей, в очереди Pro мы можем заработать реферальные 200 рублей. И далее, у нас люди встают, как я и сказал, 2, 4, 8, 16, 32 и так далее. Из каждого человека мы получаем в Light по 15 рублей, а в очереди Pro по 60 рублей. Входы стоят 200 и 800 рублей, соответственно. Я думаю, вы понимаете, откуда складывается сумма. То есть, в очереди Pro... платили 200, соответственно, получили реферальные кураторы, а по 60 рублей 10 равноценных выплат, соответственно, пошли на 10 уровней вверх. То есть, смотрите, один вход в очередь, 10 выплат партнерам. Один вход в очередь, 10 выплат партнерам. То есть, выплат будет большое количество этой очереди. Опять же, для людей не так, чтобы там какой-то уровень купился, что-то там где-то зависло, что-то как-то там. Все деньги сразу просто разлетелись по людям, и все. Зашел на 600 рублей, на 800 рублей, 200 куратора улетело, 600 рублей разлетелись на 10 уровней вверх по вашим, соответственно, партнерам, которые до вас зарегистрировались. Потом после вас кто будет регистрироваться,
Они, соответственно, когда дойдут до вас, уже под вас встанут, будут в вашем бинаре вот этом вот. То есть это у каждого будет бинар. То есть это он будет и общепроектный, и будет ваш персональный, с которого вы будете, соответственно, получать деньги. Я надеюсь, что я сейчас никого не запутал. Просто некоторые думают, что очередь состоит вот как-то, там человек стоит, следующий подошел, денег ему дал, этот ушел. Нет, так это не происходит. Происходит бинарное построение структуры. То есть по два человека в каждой линии будет. И необходимо, вот, чтобы все эти выплаты получить, в лайт за 200, необходимо больше 2000 человек, чтобы было в вашей структуре, и 30 690 рублей вы получите. А в очереди про 122 760 рублей. Так, ну, Дмитрий, я сейчас к чату обращаюсь, возможно, у вас что-то там не работает. Может быть, флешплеер, вот вверху, где есть в левом углу замочек, нажмите на него и нажмите флешплееру что-то разрешить. Например, показ видео или там звука, не знаю. Может быть, поможет. Итак, далее, следующий слайд, тут мы поговорим уже о маркетинг-плане «Шахматы». Шахматы – это линейный маркетинг бесконечный, где вы зарабатываете за счет своих лично приглашенных и за счет их лично приглашенных. Вход стоит в Light 100 рублей, Pro 400 рублей, бонусные матрицы – это, соответственно, почему? Потому что они могут открыться, могут стать вам доступными после того, как вы активируете Light и Pro. Поэтому они бонусные, так же, как и очереди. Структура в матрице шахматы линейная, не имеет ограничений в ширину, поэтому доход в шахматах не ограничен. То есть вы пригласите 1000 человек, будете получать, сейчас принцип рассказываю, с первых двух партнеров вы получаете выплаты, третий партнер оплачивает вашему кураж. Партнер совершил такое же действие, пригласил трех человек, первые два заплатили ему по 100%, то есть по 100 рублей или по 400 рублей, в зависимости от того, Light это или Pro. И далее каждый третий партнер оплачивает уже деньги вам. Чем больше у вас будет этих партнеров, тем больше они будут приглашать, и тем больше будете вы зарабатывать. Плюс вы по линейке, по этой бесконечности можете приглашать хоть 1000, хоть 2, хоть 5000 партнеров, и, соответственно, будете получать за это выплаты с каждых двух людей, а третий уже будет уходить к куратору. Вот такая вот история в шахматах. Сейчас я визуально это вам покажу. Итак, вот как видите, куратор, он пригласил вас, вы пригласили. С третьего оплата идет куратор. Вот она, стрелочка. Далее, двух человек еще пригласили, оплата идет вам по 100 рублей. И далее, шестой человек, да, соответственно, идет куратору. И то самое происходит в шахматах. То есть вы приглашаете двух, третий идет куратору. Также под ними, вот под этими людьми, которые находятся под вами, они начинают также приглашать по два, а третий оплачивает вам. Все, вся суть маркетинга. Никаких клонов, ничего такого сложного, как, например, может показаться в основном маркетинге, хотя там не очень-то и сложно, там все прозрачно, потому что нету никаких, так сказать, левых отчислений куда-то, непонятно. А все идет в маркетинг, поэтому там все очень просто. Вы открываете маркетинг, он доступен будет на сайте, я не знаю, кстати, сейчас сайт доступен или нет, в разделе «Маркетинг». Там есть две видеопрезентации. Вы посмотрели сейчас еще вебинар, то есть у вас в голове большое количество сейчас информации, я думаю, и вы ее можете, соответственно, скомпоновать с помощью вкладки «Маркетинг». Там посмотреть еще раз презентации, сравнить с тем, что говорил я, все должно, я думаю, совпадать, и посмотреть вот эти же слайды там в PDF, соответственно, они в браузере у вас откроются, вы их можете посмотреть. Итак, давайте сейчас по-быстрому перейдем, потому что уже почти час разговариваем, перейдем к планам развития компании. Почему? Соответственно, долгосрок в компании рассчитан, потому что хочется сделать действительно хороший, качественный продукт, который будет приносить деньги не только с матричного маркетинга, но и приносить, во-первых, пользу вам лично, нам лично, да, то есть всем участникам проекта, приносить пользу, плюс обучение от лидеров. Я уже все знаю немножко, прочитал просто на слайде. Приносить нам пользу, во-вторых, приносить пользу людям и, соответственно, обучать нас, развивать и так далее. И помогать еще зарабатывать на партнерских продуктах. Итак, в декабре 2019, 10 числа мы стартуем, но я думаю, большинство знает, 10 декабря мы стартуем, 18.00, несмотря вообще ни на что, ни на погоду, ни на конкурентов, ни на кого-то другого. Далее, в январе 2020
У нас происходит создание персональных сайтов визиток, то есть это странички захвата для каждого партнера, ссылки будут доступны, то есть будет создан либо отдельный домен, либо поддомен, на него будут залиты, соответственно, сайт, дизайн сайта с выводом ваших контактных данных, вашей реферальной ссылкой и презентацией маркетинга, которую, соответственно, либо будет презентация какого-то вебинара, либо какое-то продающее видео с продающим заголовком. То есть вот как-то так это будет выглядеть с преимуществами компании и что надо делать. То есть подогреваться будет аудитория, не просто попадая на сайт, искать самому информацию, а там будет вся информация на этом сайте визиток, сайте визиты, вашей личной персональной, на которой вы можете с любого источника гнать трафик и конвертировать его в своих партнеров, которые уже понимают, что и как нужно делать в какой-то степени, да, а далее уже, конечно, ваша работа. Далее, мастерская лидеров, то есть люди, которые заработают достаточное количество денег, хорошее, да, то есть те, кто будут иметь результаты, и эти результаты будут, соответственно, видны, то есть большая команда, хорошие заработки, будут проводить обучение до результата, то есть будет браться определенная группа людей, которые хочет в этом участвовать в марте 2020 года. И будут за ручку доведены до результата. Но, соответственно, нужно будет работать. Никто вам не гарантирует, что вы зайдете и заработаете кучу денег, ничего не делая, просто послушав, как какой-то успешный, да, в этом проекте человек расскажет вам, как он достиг результата и будет вам показывать это. От того, что вы это посмотрите, ничего не изменится. Изменится только от того, что если вы начнете действовать. Далее, в мае 2020 года что запланировано? Заметьте, все планы реальные и они исполнимы, то есть здесь нету чего-то сверхъестественного, как предлагают какие-то компании, другие возможно. Мы потихонечку сейчас первый год отработаем и главные цели вот эти все выполнять промежуточные. И далее мы будем, соответственно, смотреть уже за тем, какие цели мы еще можем реализовать. Останавливаться на этом, естественно, никто не хочет и не собирается. Если будет дальше все хорошо, то все можно будет реализовать. В мае матрица Life 1000, добровольное отчисление, плюс с маркетинга 30% идет на благотворительность. То есть мы хотим организовать такой же маркетинг, как и Light 500 и Pro 2000, только будет называться он Life, Life 1000. То есть в этом маркетинге будет возможность либо пожертвовать какие-то деньги, либо 30% пойдет на благотворительность именно по маркетингу. Заходим на 1000, а по маркетингу распределяются 700. И администратор будет каким-то образом отчитываться за перевод денег в какие-либо благотворительные организации, фонды и так далее. То есть это, в принципе, наш вклад уже для каких-то людей, которые нуждаются, да, в том, чтобы им помогали. То есть до мая месяца мы сами неплохо заработаем и будем иметь возможность также какой-то частью денег своих помогать, потому что это необходимо, это нужно, нужно делать и самому, и почему бы, если вот есть такая возможность, мы там, ну, можем себе позволить в этой матрице участвовать, почему, соответственно, с нее какие-то начисления не делать. Потому что сейчас на старте это открывать смысла никакого не имеет, потому что, ну, сразу же пойдет благотворительность. Ну, ребят, ну, сейчас админ себе 30% просто в карман будет ложить и все. А когда уже все, соответственно, разовьется у нас, мы осознанно, понимая маркетинг, понимая суть, будем уже деньги, соответственно, вкладывать и в маркетинг, и в благотворительность. Ну, как бы так, добровольно, принудительно, так сказать, почему бы и нет. И в конце, не в конце года, а осенью следующего года откроется образовательный портал, не наш портал, то есть не мы будем там что-то делать, а откроется такой, как бы сказать, партнерский магазин для людей, которые захотят продавать курсы, например, по SMM, это social media marketing, это развитие в соцсетях, соответственно, я не буду сейчас вдаваться в подробности, не суть. То есть это про работу в соцсетях. Маркетинг, дизайн, веб-разработка, психология, личностный рост, уже заговариваюсь, простите, и так далее. То есть, ну, хоть книги по кулинарии продавайте. Суть в чем? Суть в том, что, ну, будет заявлен администратором определенный процент, например, там 30% от продажи вашего курса будет идти нам. Эти 30% будут распределяться по партнерской программе. То есть, например, 20% будет идти, если ваш партнер купил, 20% от стоимости курса пойдет, например, вам.
Это тоже здорово. Но лучше там делать, конечно, уже вопрос сентября 2020 года. Далее, что касается развития компании, я думаю, на этом можем мы закончить по развитию. У нас есть еще 15 минут, потому что я запланировал вебинар на час 15. У нас еще есть 15 минут, чтобы я обсудил вопросы, которые есть в чате. Давайте сейчас их посмотрим. Задавайте, если вы не успели задать. Сайт будет нормально работать. Но это, да, вопрос к Руслану, потому что... И вопрос даже не к Руслану, DOS-атака мощная, и поэтому... Сейчас вебинар закончится, и наши конкуренты перестанут. Представлю историю чата. Так, у меня тут что-то немножко подвисает все. Давайте я пролистаю немножко историю чата и буду вопросы, которые есть, соответственно, отвечать на них, если на них не отвечено. Итак, привет, привет. Так. Немножко комнат висает почему-то. Итак, всем привет. Нравится. Да, маркетинг шикарный вообще, на самом деле. Ну, пытались сделать для людей. То есть, если люди не оценят, я не знаю, что им нужно. Честно. Но мы-то здесь, мы-то понимаем, что оно нам нужно, да? Поэтому мы и здесь. А те, кто носом воротит, я не знаю. Нужно им объяснить, наверное. Нужно показать им это. И все отлично, я думаю. Так, чек и вид прибегут. Так, молодцы, вы на позитиве, это мне вот больше всего нравится. Вы огромные молодцы, что у нас сайт какой-то нехороший человек, даже, может быть, известно, что за человек, досит его, но сейчас вебинар закончим, он перестанет, это денег стоит, так что он жадный, он всех обманывает, а потом на эти деньги досит сайты. Нехороший человек, редиска. Итак, сайт заработает, опять же, да, вот на вопрос ответил, как только, так сразу. Сайт в любом случае будет работать, все будет хорошо. Не видео, так, ничего не работает, презентация, туда нажим, так, все работает. Так, тут все обсуждали, работает. Так, в Light 6 реинвест идет под кого идет? Под своего куратора? Так, это хороший вопрос по этому поводу, по этому вопросу, да? То есть он идет как ваш аккаунт, да, скорее всего, он идет под куратора. Я думаю, точно он идет. Потому что это ваш такой же ваш реферал. Реферал это тот, кто по вашей партнерской ссылке зарегистрировался. А все остальное это ваши аккаунты. Так, запись вебинара будет. Так, запись, у матросов нет вопросов, маркетинг классный, молодцы, что все это понимаете. Я очень рад, что мы в такой команде. Будут ли какие-либо обучения по привлечению партнеров в команду? Да, конечно, будут, но это уже с своим лидером обращаться, либо в чатах обсуждайте какие-то моменты. То есть это вебинары, скорее всего, будут. То есть у нас комната есть, почему в ней не проводить вебинары. Найдем спикеров, кто захочет выступать, соответственно, может выступать по приглашениям, по привлечениям, развивать свой личный бренд. Я думаю, кому-то это понравится. Запись будет. Да, скорее всего, гость вот правильно думает, что это, наверное, редиска с недавно соскамившегося проекта. Но, скорее всего, да. Есть такое предположение. Так, маркетинг классный, зашел на все площадки. Так, можно ли создавать несколько аккаунтов? Смотрите, ситуация такая, что можно будет создавать несколько клонов. До старта несколько аккаунтов создавать нельзя, а со старта можно. Но можно создать клонов в личном кабинете, то есть чтобы не сильно себя утруждать. Далее. Возьмите защиту у нас Гвард, там у них защита. Ну, смотрите, Дмитрий, Руслан процентов знает, как с этим справляться, потому что он не первый год замужем. И, соответственно, с такими проблемами он сталкивался и не раз за свою работу. Это я сам лично видел много раз, как он с этим справляется. Но что поделать? У нас же вебинар еще не закончился. Того вы вообще, во-первых, большие молодцы, что вы пришли, потому что сейчас хотят сделать так, чтобы на этом вебинаре было поменьше людей,
А мы вместе с вами здесь и, соответственно, слушаем меня. Может быть, не очень интересно, но все-таки, я думаю, познавательно. Вот такая вот цель, я думаю. Потому что с самого утра сегодня начали досить, чтобы, соответственно, с личного кабинета, чтобы люди не могли переходить к нам. Неужели я так хорошо рассказал, что нету никаких вопросов? Спасибо. Спасибо. Угу, старался, как мог. Ну, я от души рассказывал, мне прям вообще, мне, ну, в кайф работать, и поэтому и я только от души рассказываю, никаких приукрас. Вот это мне больше нравится. Я бы никогда не сел вести вебинар по компании, в которой мне хоть что-то не нравится. То есть, хоть какая-то малейшая была бы погрешность, которая меня не устраивает. То есть я бы видел, что там где-то, ну, идет конкретное, так сказать, несправедливость, то я бы в этом не участвовал и никогда бы не продвигал такой проект именно таким образом. То есть я вебинары вел давно еще, но чтобы сейчас проводить, ни одной компании не было, в которой я проводил вебинары, и сколько бы мне денег не предлагали, я бы не проводил, если мне это не нравится. Главное, чтобы и вам нравилось, не только мне. Это же для вас, для нас, для меня, для админа, для всех. Это наш общий проект, наше общее детище, в котором мы будем развиваться и прогрессировать. Это не то, что должно мне нравиться или кому-то должно нравиться. Это должно нравиться лично вам. У вас должна быть лично своя позиция по проекту, по этому маркетингу и по этому движению, и по планам развития. По всему у вас должны быть свои планы. И планы, и, соответственно, свои идеи какие-то, плюс свое мнение, которого вы можете придерживаться, которое может меняться, и это нормально, вполне естественно. Все мы люди, и все свойственно всем людям меняться, менять свое мнение в связи с изменившимися вокруг обстоятельствами. Иногда даже кто-то пренебрегает своими принципами ради чего-то, например. То есть это вполне нормальное явление, стоит об этом подумать. Так, а как будут открываться круги на площадках или их не будет? Круги. У нас нет никаких кругов, как будут открываться. Я не знаю, о чем речь, просто вопрос про круги. Я просил формулировать по немножко конструктивней. Как будут открываться круги на площадках или их не будет? Круги. Будут открываться ваши клоны. То есть клоны будут открываться, и это будут ваши полноценные, с которых вы будете зарабатывать деньги, которые будут закрывать ваших партнеров. Это будут просто полноценные аккаунты, это никакие не круги, а в плане, вы имеете в виду, может быть, шестой площадке ваш аккаунт закрылся и, соответственно, перешел опять в свободное место к куратору. Все, вся проблема. И также ваши партнеры, они закрыли шестую и перешли к вам. А все, кто клоны, они идут в нулевую, первую, вторую площадку. У кого нету рефералов, они тоже будут зарабатывать или как? Ну, пересмотрите вебинар, я рассказал там про систему переливов, про то, что куда идут клоны. То есть на этот вопрос я ответил в течение вебинара, поэтому, ну, не вижу, у нас осталось там минут 5, не вижу смысла отвечать на этот вопрос. Пересмотрите вебинар с самого начала, и вам это будет, во-первых, полезно, во-вторых, вы узнаете, как ответ на свой вопрос. Потому что на него отвечать я буду сейчас минут 10 опять. Я на него долго очень отвечал. Так, модераторам... Да, модераторам вообще большая респектуха. Всем Руслану, админу, соответственно, Сергею, Павлу. Они вообще огромные молодцы. Они такие лидеры, как и я, такие же активные ребята. К ним тоже можете по всем вопросам обращаться. Все мы стараемся на общее дело, на общее благо, так сказать. Хочется, чтобы был какой-то продукт, который, ну, который притягивал бы людей не только тем, что там предстарт, еще что-то, а тем, что можно зарабатывать хорошие деньги в хорошей компании. Я имею в виду компании в плане сообщества, да, комьюнити людей. Самое главное, что, я думаю, мы его создадим. И самое главное, всегда поддерживать нормальную позитивную обстановку. Даже если у вас что-то не получается, это не повод для того, чтобы где-то там негативить, что-то там писать. Вы сначала разберитесь,
обратитесь, проконсультируйтесь. Это позиция абсолютно адекватного человека, который должен сначала разобраться в вопросе, а потом уже, соответственно, делать какие-то выводы и критиковать что-либо. Да, старта ждем, несомненно. Да, банда точно. И банды по-моему. Мы все-таки это немножко. Мы более культурные люди, что ли. Ой. Так. Ну я вроде бы на все вопросы ответил, да. Здравствуйте. Так, у кого. А, про рефералов был вопрос, да? Действительно, здесь происходило посетить компанию, которая хорошая, много услуг от досыта предлагает, а хороших мало. Ну давайте, наверное, закруглять вебинар. Всем огромное спасибо. Даже, я думаю, никто не ожидал, что мы сейчас 10 будем разговаривать. Всем большое спасибо, кто дослушал до конца. Я в шоке, что меня до конца кто-то дослушал. Вы большие молодцы. Всем вам огромное спасибо. Огромных вам успехов. Ребят, приглашайте своих там друзей, знакомых. Создавайте блоги, начинайте работать. Скоро мы всю эту тему поддержим. И будем, соответственно, продвигаться вместе. У каждого есть своя команда, у каждого есть своя поддержка. Все, я думаю, у нас со своей поддержкой, со своей командой, потому что без нее никак. Огромное спасибо всем. Вы, короче, красавчики большие. Особенно вы красавчики, то, что вы пришли, потому что хотели сделать так, чтобы вы не пришли, а вы пришли. Вот это вообще респектон вам всем. А эти неурядицы мы решим, я думаю. Я отдаюсь, всем пока, всем хорошего субботы, хорошей субботы. Всем хорошей субботы, хорошо отдохнуть, много не пить, а пить вообще вредно, можете вообще не пить. Можете чай попить вкусный у соседа, у друзей, у знакомых, у родственников. И все замечательно. Давайте, всем пока-пока.